это лишнее, которое на мне, в моем теле, в моем духе, в жизни мешает постоянно, с утра до вечера и ночи. Главный враг ваш, да? Главный враг. Угу. У вас есть жена? Да. А как она относится к вашему лишнему весу? С сочувствием, на самом деле. А никак не называют? Состраданием. Мило, как-нибудь медвежонок, там, какой-нибудь карапузик или как-то еще обильными. Нет, так не называют. Габаритными. Нет, так не называют. Когда я озвучил свое решение, она меня поддержала, конечно. А мотивация не только моя супруга, а также это мои дети, которых у меня трое. И они заставляют волей-неволей быть активным, что уже сейчас я чувствую, что у меня не хватает этой активности. Хочется быть примером для своих детей, все-таки для подрастающего поколения. Поэтому я принял решение бороться да, со своими слабостями, потому что самый главный враг все-таки это ты сам.